В Южно-Сахалинске стартовал гастрономический марафон «Гастрокэмп». Его участники смогут не только попробовать блюда от известных кулинаров, но и научиться готовить их сами. Одним из главных участников мероприятия станет Леонид Гелиптерман и его команда именитых шеф-поваров из разных регионов России. Они разработают авторское меню из местных продуктов. Также команда кулинаров проведет открытые мастер-классы для островных шеф-поваров. В день приезда они посетили рынки областного центра, где познакомились с сахалинскими продуктами. Именно их будут использовать в своей работе. Я научил ребят работать с маслами. Расскажу о своей кухне, поделюсь эмоциями. Я увидел то, что мало работы с тестом. Расскажу про тесто, потому что у нас очень популярно мясо, тесто, какие-то очень крепкие бульоны. Вот расскажу об этом. Ну, я думаю, как-то это можно будет даже коллаборацию какую-то делать, соединить ваши продукты с продуктами Урала, например. Кульминационным событием станет сам фестиваль «Наважный фест». В нем примут участие 17 заведений острова. Они предложат посетителям два варианта подачи блюд, где главным ингредиентом станет сезонная рыба. Мы будем ездить по разным ресторанам Южно-Сахалинска и смотреть, как ребята работают по подготовке фестиваля «Наважный фест». И будем тоже с ними обсуждать, какие блюда они будут на этом фестивале представлять, как можно будет сделать эти блюда еще интереснее и этот фестиваль в целом сделать более масштабным. Все желающие смогут понаблюдать за работой профессионалов на площадке гастропространства. А итогом станет создание книги с островными рецептами из курюшки и наваги.